Вопрос сегодня серьезный назрел. Вроде надо бы, а вроде бы не надо бы. Вот не пойму теперь, что с этим делать вообще. Вы что, как считаете? Вот не может не радовать такая картина с утра. Значит, новое стеклышко, рейнджик стоит где надо. Короче, поменяем и помчим на всех пирогах. Дождался рейнджик замены стекла. Уже подсняли. Короче, на оригинал все равно денег не хватило. Оригинал остается в прошлом. Поставим Пинлинтон. Чуть-чуть он другой, но ладно, ничего страшного. Кстати, еще сегодня рамочки поменяю. Чуть позже покажу, как будет смотреться. А сейчас вот такая разруха. Еще тут такой момент. Димон приехал. Димон, привет. Как дела? Отлично. Так, ну рассказывай, что привез. Привез новые сплиттера. Так. Новые сплиттера на пушку-гонку, да, соответственно. В процессе эксплуатации чуть повредилось, но боковые, кстати, мы решили не менять на Жиге Царь, у нас они есть. А вот спереди, помните, вот здесь кусочек был поломанный, мы, короче говоря, решили сделать новые, чтобы в мячике быть по красоте, да, Дима? Именно. Именно. А ты еще там, я так понимаю, вторую, да, какую-то версию сделал? Ну, типа, да, более их два. Рассала. Они немножко отличаются, но... Ну, в общем, похоже, да? Да. Ну и у Димона, смотрите, еще на какой он ласточке, короче говоря, гоняет, а? Уф! Говорят, хотели ее за 3 миллиона рублей купить, да? Чуть меньше. Чуть меньше, ну, короче, вот такая красота. В общем, утро на правильных движениях. Короче говоря, решили не отходить от стандарта и от того, что было. Но все равно Димка, короче, изготовил два вот таких вот. Один с дополнением, один как в старой. Давайте проголосуем, какой будем ставить. Так, а что тут у нас пришло? Это значит от компании Pride. Вот такой вот новый гидравлический пресс, которого нам сильно не хватало. С показометром, со всеми делами. Соберем, покажем. А вот такой у нас теперь гидравлический пресс в сервисе Омбровский. Вообще, ну прям Pride огромное спасибо. А был вот такой, поменьше. Но он не справлялся с задачами. А теперь... Вот признайтесь честно, наверняка возник у вас вопрос, зачем он нам показывает этот пресс? В чем прикол? А я вам расскажу. Компания Pride не только мой партнер, но и еще и ваш партнер. Почему? Потому что вот такие вот скидочные купоны компания Pride совместно со мной вам дарит. И вы можете по этому купону получить хорошую скидку в их магазине, который располагается по сайту www.pride.ru. Там вы можете купить не только необходимые вам инструменты, ручной, гидравлический, в общем, все, что вам нужно для сервисов, и не только. И это, да, это реклама, полезная реклама, и вам это точно пригодится. Пишите мне и забирайте купон. А еще, дорогие друзья, я вас приглашаю всех посмотреть, наконец-таки, фильм про Красноярск. Первую часть, которая уже вышла на моем YouTube-канале. Все смотрим, свайпаем и кайфуем. Они реально искренне поддерживают и болеют за меня. Поэтому я думаю, что какой бы результат ни был, они все равно меня поддержат. Но, безусловно.